Всем привет, это вы на канале Тимофей, и мы на море, но к необычному на море. Это экстренное включение, я разворачиваю камеру, дивитесь, на камере там туман, бачите? Тут туман, ну тут маленький туман, ну а тут вообще нету тумана, как? Я не знаю. Ну вот, но мы уже на пьязе. Я делаю видосик, просто хочу, не знаю, что там не видно, скорее всего не видно, потому что там туман. Мы сейчас идем до моря, да, но море там. И мне кажется, это море, вот такой зара, она испаряется, и море приходит в туман. Так что тут плохо видно мне. Не знаю, на камере как. Это уже назад, там более-менее видно. Пойдемте, идем. Не знаю, что на камере видно у моря, но я это уже вижу, само это море. Вот. Тот дядя какой-то пытается найти клад. Идем дальше. Там само море. Но дальше, чем вот там, я не пойду, потому что там уже вода. А я как бы еще не разувался. Дойду до максимальной. Вот это где-то максимум, потому что дальше тут уже вода. Не знаю, что на камере видно, а там море. Сейчас гляну сам на камере. Кажется, что не видно. Но там есть море. Вот я уже снимаю 2 минутки. Я на этом пьязе засниму 2 ролика. Вот. Один вот этот. А это будет первая часть. А второй вот там он. Я знаю, что там будет такие... камни, там мы будем лазать на камере. Вот. Вот такой вот бич. Пьяз, то есть. Просто бич это на английском пьяз. Я уже путаю, вот. Вот. Я включу камеру, когда найду что-то интересное. Это продолжение, но... Я так не ношу что-то интересное, но я и прощаться не буду. Вот. Я пойду туда. Я просто был там. А я пойду вот туда. Все. Идем. Так. Тут бачу трава, не песок. Вот. Чуть-чуть песка там бачу. Вот. Вот мы, я был там. Вот. Вот там был я. Вот. Короче, пойдем дальше. Я тут в этом пьезе не раз был, где-то 5 раз уже. Так что я тут все ориентируюсь. Вот этот домик, это туалет там. На втором этаже, не знаю, что там. Вот. Тут парковка. Вот. Пойдемте. Я сейчас вам покажу, там кафешка есть, магазин игрушек. Я вам это все покажу. Вот. Там туман. Еще есть в реальной жизни, не знаю, как на камере. На камере я гляну, кажется, что нет. Но не знаю, когда я, может, выложу на YouTube, оно, может быть, уже пойдет, типа, четко все было и со. А... Подписчики, напишите мне в комментариях, какой тип роликов мне снимать. Я хочу снять, например, скибиди туалетов. Вы скажете там, снять мне скибиди туалетов и нет. Например,
хто не знає, що таке скіп-дітояти, напишіть наугад. Вот. Так. Тут я чуть-чуть потерялся. Да ладно. Не паникуйте. Я знаю тут проход. Да-да. Это проход. Вы правильно все видите. Перелазим через забор. Так. Да, переездим через забор сейчас. Извините за снимание. Я сейчас перелазу забор. О, это уже длинненько. Ролик. Ну ладно. До этой кафешки и игрушечный магазин еще недолго. Сейчас добегу до них уже. Так, заходим сюда. Ой, зай. Я устал уже. Так, машин нету. Можно перебегать. Все. Вот это игрушки тут. Вот. Тут много всяких игрушек. Вот. Тут еда. Вот. Множество всяких. Вот. Пойдемте дальше. Пойдемте дальше. Ресторан там еще вот. Дверь в ресторан. Но я туда не пойду. Сейчас я включу камеру, когда я уже буду обратно на пьяза. Это продолжение. Фух, я устал бегать. Да, я бежал, потому что когда я поставил паузу, у меня есть маленькое время, чтобы... если я просто поставил на паузу камеру, она долго так не сможет держаться. Вот, она сама ролик выключится. Вот. А что там на конусах написано? Я бачу, не знаю, как на камере видно этих конусов. Там написано PCCC. То есть Р НАСА и С три С. А на английском это PCCC. Вот. Не знаю, что написано. Но я уже подхожу. Фух, я устал. Но все равно. Уже включу камеру, когда я точно буду на пьяза. Вот я прибежал сюда. Фух. Я привязался, чтобы попрощаться с вами на морском фоне. Так что на этом я буду с вами прощаться. Всем удачи, всем счастья, всем пока-пока.